тебя просто такое лицо какое-то, знаешь, доброе. По-моему, грустное, нет? Грустное? Нет, у меня сегодня грустное лицо. Ты туда? Да. Давай сюда встанем с тобой. Я просто пообщаться с тобой хочу. Просто я сегодня какой-то грустный все время хожу. Вот, а ты наоборот веселая. Нет. Нет? А почему грустно? Не знаю, погода дурацкая. Погода дурацкая? Офигеть. Да? У тебя такие глаза, подожди, посмотри на меня. Голубые, да? Че ты ржешь? Интересно, как ты будешь дальше со мной разговаривать. Ну, да не, я что в голову приходит, то я говорю. Щеки покраснели у тебя. Да, я чувствую. Почему? Не знаю, неловко. Неловко? То есть ты не привык, когда тебе к парню подходит? Нет? Вообще не подходит к себе? Подходит, но как-то ты поприятнее, чем они. Что, как? Ты поприятнее подходишь. А, я поприятнее. А как они подходят? Мне всегда просто было интересно, как парни другие подходят. Там, эй, детка, да, что-то такое. Нет, ну это если где-то в каком-то непонятном заведении. Нет, тут на днях я ехала. Ага. У меня рюкзак есть такой, military style. И парень, он очень, я чувствовала, что он на меня долго смотрел. И он решился, подошел ко мне. А, он с тобой шел, наверное, там вот, целый нет, час? Нет, это был в вагоне. А, в вагоне. И он говорит... Девушка, а какой вы субкультуре принадлежите? Субкультура? Я такая, что? Он такой, ну почему такой рюкзак? Я такая, блин, что? А у тебя черный рюкзак был, да? Нет, ну он хаки такой расцвет, камуфляжный. Хаки? Камуфляжный. А, просто у вас, знаешь, у девушек цвета такие серо-бурмалиновые, там бирюзовые, какой-то цвет фукс я услышал. Откуда все эти цвета берете, не пойму. А это с картиночки, где мальчики там 7 цветов различают, а девочек целый список. Да, по-моему, вы с рождения там все знаете уже, у вас как-то программа цветов. Почему так смешно, я не знаю. Я не знаю, почему все с ними со мной общаются, всем смешно, а мне грустно наоборот. Позитивный. Я позитивный? Да. Я сегодня просто спать хочу. Не все хотят. Тебя, кстати, как зовут? За ручку можно. У меня почти так же. Такие руки теплые. Дай вторую ручку. В жар меня бросило. Вот. В жар бросило? Да. Ты не понял. Тебя как зовут? Сейчас скажу. Я буду греться. Меня Саша зовут. Очень похоже. Можно еще обняться? Давай. Ничего себе. Я попала. Да, все. Сейчас в лес тебя увезем. Нормально. Не была в лесу? Наверное, там снег почище. Снег почище? Да. Он прям белый там. А тут грязный. Снеговиков, наверное, можно лепить. А ты любишь лепить снеговиков? Давно не лепила. Да? А как ты вообще летом проводишь? Да. Летом снеговиков не лепила. Ой, зимой точнее. Просто летом я куда-то уезжаю, вот. А зимой надо уезжать. Да, вот, а я что-то остался. Зима, как ты вообще зима? Ненавижу зиму. Да. Ты не любишь тоже? Нет, не люблю вообще. А как ты все лето проводишь тогда? Баскетбол играю. Баскетбол играешь? Подожди. Подожди, какой? Метр, 80? Метр 80? Чуть меньше. А у меня какой? Мне кажется, почему-то мы с тобой наравне. 72. Как ты так угадала? Да? А ты прям про профессиональный баскетбол играешь? А я нет. Сейчас любительская лига. Любительская? А раньше профессионально? Ну, с кружком закончил. Просто... вот я с моим ростом, меня как-то хотели баскетбол играть, но я плаванием почему занимался. Ну, и вот жалею, хотел баскетболом, думаю, если мне было прикольно. Плаванием круто, я тоже. А меня видно, что у меня широкие плечи? Нет. Вот такая фигня постоянно, все говорят, что у меня широкие. Обычно же у пловцов там они такие. А у меня ничего нет. Ты куда едешь? Домой. Домой? С учебы? С работы. С работы? А кем работаешь? Просто у тебя такое какое-то состояние, не знаю, передается. У тебя, наверное, такая работа какая-то на релаксе. Я просто, да, сейчас на релаксе. Да? Чем? Я работаю в IT, но я просто сделала план. В IT? IT, да. Ты не программист еще? Я не программист, я в продажах работаю. В продажах? То есть ты продаешь какие-то IT-услуги? То есть ты менеджер по продажам? Да, никогда не ненавидела эту работу? Она эмоционально высасывает тебя? Ну, тут смотря, в общем, за что ты отвечаешь. Да? А ты за что отвечаешь? За что ты отвечаешь? Никто не хочет про работу говорить. А ты так, я чувствую, многих людей интервьюируешь, да? Я? Да. Ну да, мы сейчас интервью проводим. Я просто сам диджеем, как бы, ну, учусь на диджея. Ну, пишу свою музыку электронную. Вот. И мне моя работа нравится. А вот люди, которые работают, им не нравится почему-то. Ну, не всем. Тебе нравится своя работа? Вот сейчас вообще отлично. Отлично. Да. Мне почему хочется обнимать, не знаю, меня тоже можно обнимать. Что ты? Ну, не
смешно. Что это смешно? Ты не привыкла, когда тебя парни трогают? Нет, это странно. Ну это классно, когда тебя классно высокие парни трогают. Чего? Ты улыбаешься, мне тоже хочется улыбаться. Слушай, давай я твой номер запишу, а то я это... Черт, давай ты мой запишешь, у меня батарейка села. Ты не говоришь, что у тебя тоже батарейка села? А вдруг села? А что делать тогда? Тогда я свой номер напишу тебе на груди. Ручкой. А у тебя есть ручка? У тебя она должна быть 100%. Ну давай, доставай телефон. А он сел. Доставай. А что делать? На телефон сел. А что делать? Ты запишешь мой и сделаешь мне назвон. А у тебя он выключен? Ну, я приду домой и тебе напишу. Не, смотри, если ты не хочешь, можешь написать. Нет, давай я допишу твой. Я как бы навязываться не хочу тоже. Why not, как бы. Айфон, у меня один, блин, Samsung. Всех айфон, я как-то это, вся немножко. Ну, как бы все это... Не, я просто купил айфон себе новый, и у меня через день он просто сломался. 8, 9. Давай 6, я сам запишу. 6. Нет, нет, давай. Я не унесу его. Давай сейчас только раз и ты. Да давай, я тебя догоню, у меня накинут. Давай, давай, давай. Смотри, а. Подожди, как туда лезть? Так. Звони. Абонент не отвечает, и ты кому тебе звонишь? Может быть, с доставкой? Доставка пиццы. Не знаю. Отвечает, нет? Молчок. Молчок. Да. Ну, смотри, правда. Давай call это... Call failed. Вот смотри, это значит, что не прозвонилось. Ну, потому что здесь связь не ловит. Ты мне знаешь, как сделаем? Ты отправишь свой ID ВКонтакте мне через WhatsApp, и тогда я тебе как-нибудь на неделю наберу. Тика, чё? В WhatsApp я скинешь свой ID ВКонтакте. И как-нибудь я тебе... такая муть. Ну, потом, вот не сейчас. Мне кажется, сколько тебе лет? А это важно? Ну, мне интересно. А просто. Сколько дашь? 23. 23? Да. 4? А тебе что, 50, что ли? Мне 55. Ну, мне 22. Мне 22! Еще маленький, да. Смотри, это... Сейчас, подожди. А, мне показалась какая-то штука у тебя такая. Часы у тебя. Как зовут меня, помнишь? Александр. Александр. Подожди, это сейчас важно. Дай-ка ручку, подожди. Опять без греться? Не-не-не. Не холодно, то я хочу, я греюсь от тебя. Спасибо. Подожди, у меня куртка сломалась. Дай ручку свою. Вот это, вот это. Это похоже на какой-то развод, вот честно. Развод? Да. Да, мы тебя разводим. Подожди. Мы это кто? Да, у меня просто носки чувствительные, я люблю, когда так делают. Хорош! Ну ладно, тогда тебе на неделю как-то наберу, ты просто я спешу. Ага, видишь как? Да. Давай, все, давай. Цыпочки тебя ждут. Да, цыпочки. Все. Тогда, думаю, ты не женишься за то время, пока мы с тобой не встретимся, я замуж не выйду. Нет, потому что именно наоборот. Наоборот? Я же не женюсь. Ну, вдруг тебе какая-нибудь девочка понравится. А, мне надо ехать туда в Европу будет. В Европу? Ну, вдруг поешь. Виза есть. Есть? Ага. Просто у меня как бы друзья негры есть, вот мало ли. Копенгаген, там уже можно сразу замутить все. Да? Да. Ну все, давай, щечку. Мне тоже можно. И позитивные носы. Нет! Не-не-не, смотри. Это важно сейчас. Это важно. Чтобы твой позитив моему передался. Ну и так уже, смотри, я тебе дала. И ручки, пойдем. И все, нет, давай. Это, и там смотри. Еще какие-нибудь улыбашки вот. Должны быть. Ну все, давай. Пока. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся!